Нам надо еще поиграть. Так уже. Я ж... Что? Ничья 3-3 еще. Нет, нет. Должен кто-то победить. Будет ничья, опять будут бороться. А Георгий выиграет? Нет. Дайте проверить Георгия. Он же у Сани ходит. У нас все равно один ездит. Да он никуда не ходил. Он ходил. Куда он ходил? Спроси его, куда он ходил? Он даже не знает. Я же там был, его не видел. Итак, что-что? Он говорил летом. Нет, я не видел. Летом? Может быть. Один раз. Можно сказать? Нельзя ничего говорить. Мы все равно будем бороться. Можешь пойти покачаться, пока если хочешь. Можешь посидеть, посмотреть. Итак, первая пара сюда. Каталин, сюда. Там закрыли? Не знаю. Сюда, сюда, вот сюда, на этот ковер. Так, вторая пара, кто там у нас? Там открытая. Андрей, Маша, открытая. Туда. Открытая. Юрий Александрович, сейчас. Да он не хочет, наверное, идти. Становись туда, становись туда. Машенька, становись туда. Значит так. Игорь, сюда. Игорь, ой, не Игорь. Влад. Ты становишься сюда. Катерин, ты за какую команду борешься? Туда. Ты сюда. Влад, ты сюда. Ты судишь. Значит так, если ты судишь неправильно, то сразу тебе предупреждение. Сразу ему, вот, например, вот этот твой. Да, ты его на шару дал, базар, я ему туда даю. То есть, ну, что? То же самое, Игорюша, я тебя прошу. Пожалуйста, туда. Не давайте, знаете что, шида не давайте. Шида будут давать я. А вы давайте только бросу. Итак, следующие две пары встали, вон там разминаются. Следующие две пары. Хэнко разминаются и Миша. А, Хэнко и Артур. Все, приготовились. Вы под дзюдо боретесь. Хаджиме! Я бы с удовольствием, видишь, тебя сырпу как ждет. Знаешь, какой он сильный сейчас, да? Время пошло. 2 минуты. Вы только броски, мальчики, и манты давайте. Выше захват надо, Маша, за шею брать. Ты не гыта. Пока будешь его там щупать, пока не упадет. За шею бросила его. Да. Вон там идет. Сколько партер? Партер? 5-6 секунд. Ну ты видишь, он что сделает? Матей! Оценка есть? Нет. Базари? Маша. Базари, Маша. Она делала сзади, и он упал на бок. Пошли, пошли. Работаем. Осталось 1.5 минуты. Маша ведет Базари. Влад, ты сделай шаг назад, чтобы они там были. Матео? Базари. Ну как Базари, если он уже был? Базари прошу. Ой, я тебя прошу. Давай поспорим. Не я буду судить, а будет сидеть федерация. Я покажу бросок. Не, Андрюшенька, не было. С той стороны хуже, с этой стороны лучше. Андрюха долго держит за пояс. Осталась минута. Маша ведет в Базари. Сюда не давай. Сюда я только даю. Ты только броски и мотай. Живу. Стоп! Мотай. Куда ты руки делал, Маша? И сюда руку. То есть это не тот полевой, который может взять. Осталось 40 секунд. 39. 38. 37. Маша шип первая. 36. 35. 34. 33. Держать, Маша. Руку поднимай вверх и держать. Держать руку выше, еще выше. Ну. Считается секунды. Держать, Маша. 10 секунд.
Заправились? Заправились? Маша. Поклонились, ушли, Маша победила. Так, осталось 20 секунд. Ничья! Эй, ворота! А ну, Коля, соберись! А ты? Просто одевай все. Одевай сверху. Раз. 15 секунд. Каджимен! Зима. Давай, 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 берись! Матеев! Тебе шида. Коля, шида. Каджимен! 10 секунд осталось. 9. 8. 7. И бом! Чуть-чуть осталось. Поклонились. Выиграл Каталин. Ушли. Каталин, ты защитил команду. Кто у тебя капитан? Дроник Игорь. 1-0. Маша, ты за кого? Тоже. 2-0. Йо! 2-0 команда Игоря ведет. Прошу вас. Миша с кем? Ага. Готовы? Джимен! Стоп, стоп, стоп! Кто готовится? Две пары. Чего сидят? Стоп, Матер! Чего сидим? Андрюха, уйди туда, Сэр. Вдруг кто-то бросал в бой. Мат, тоже уйди, Сэр. Что вы сидите? Сэр, устал! Кто там еще должен бороться? Я. Ты с Сырбу, да? Игорь и Влад. Игорь и Влад. Кто не стоял? Хачуна. Пошли 2-0. 2-0 команда Игорёхи ведёт. Молодец, хорошо настроил. Кто должен выиграть? Там должен выиграть и Игорь. Ну, бросай его! Вот она! Нет, на живот упал. Вот падай, толкни его и все. Двумя руками держи его за хват. Двумя руками. На него сильно, сильно не упирай. Так, Миша Шида за неведение моего первого. Базария! Держать удержание. Ас и горни. Два. Три. 6, 7, 8, 9, 10. Тифон, Базарин, 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 Базарин. Так, схватку выиграл Артур. Поклонились. Ушли. Артур, ты за кого? За шефа, да? 3-0. Хорошо. Даник, соберись, надо выиграть этого. Дергай, дергай. Чем ниже он будет стоять, чем ты выше. Стойку поднимай. А там ничего нет. Поднимай, говорит. Ой, это второй. Осталось 40 секунд. Тун пинжа, тун. Да, не вперед. Сожрать его. Ну, бам! И бам! Красавец. Поменялись местами. Палку выиграл. Ты куда? Счет 3-1. На ковер приглашаются. А вы сюда приглашаете? Оп, команде так сколько. Так, кто же там у нас посудит? И здесь посудит, блин, да. Так, вы по какой пример? То же самое, то же самое. То же самое, но я буду судить как по этому, как зло. Буду вам говорить. Георгий, иди посудим. Так, Георгий, можешь судить? А ну покажи. Засуди, знаешь, кого засуди? Хочешь, Мороз? Засуди, знаешь, кого? Сейчас тебе скажу. Засуди, засуди. Еще
счет 3-1. Засуди сверху. Нет, не надо его засуживать. Влад, ты за кого борешься? Я? Да. Кто у тебя шеф? Кто капитан команды? Лыжа. Ну, 3-1. Надо выигрывать. Хорошо? Хорошо. Вы по-самому борете, да? Так. Начали! Ладно, хитрее, я прыгнул. Он хитрый, а ты еще хитрее. Базари! Топ! Базари. Да, трудно пользу судить. Давай, 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 Влад, давай. Команда проигрывает. Держи мне правую руку, Влад, держи ногу. Сам бери правой рукой повыше. Согни его в три погибели. Он стоит. Руку как хочет берет захват. Правую руку сорви у него. Активная защита должна быть. Джимен!
50 секунд. Давай, давай, давай. Стоп, стоп, за добро. Осталось 40 секунд. Здесь 4-4 игры выигрывает. Аджиме. Не забудьте поклониться, девчонки. Спасибо. Вот он, пожалуйста. А вы еще будете приходить? Да.